Всем доброе утро. Надеюсь, вы тоже по утрам любите пить воду перед завтраком. Это очень полезно, запускает работу кишечника, потом пищеварение, обмен веществ происходит лучше и качественнее. Сегодня хочу обогатить свою воду вот таким биосорбентом Микотон. Если наведется фокус. Он очень такой интересный, как труха из старого дивана. Коричневый. Вот так выглядит этот сорбент антиоксидантный. Хочу сегодня обогатить свою водичку именно им. Вот так он выглядит вблизи, чтобы вы понимали, почему я называю это как труха из старого дивана. Так оно и выглядит. И сейчас оно будет растворяться в воде и приносить пользу кишечнику. Вот при размешивании, как выглядит этот напиток с коричневым оттенком и с такими волокнами. Он будет как скрабировать кишечник. Короче, приступаем.